Сегодня 21 мая, июня 2018 года, четверг. Мы идем на шлюз между первым и вторым мостиком. И вот наши там идут. Тележка у них с собой. На тележке. Не знаю, видать или не видать. Руки трясутся. Показать окрестность. Самое высокое место я вышел. Это вот пруд Комогориха, или называется Лагерный. Вот это вот был детский лагерь, теперь в музей превращенный, на который ополчился прокурор Мановского района. Снести. Королев Максим Васильевич. Я убеждал его, не надо на тропу войны выходить. Господь просто в труху превращает тех, кто противится ему. Мы 45 лет занимались чужими детьми. Без рубля государству. И занимает это, сегодня проверили, на навозной куче 5 соток. 5 соток. Кому-то мешает оно? Нет. А почему? Ну, Исаия сказал, злодействует, злодей, злодейский. Я по-другому никак не понимаю. Я убеждал вчера, он не хотел принимать меня никак. Подал вчера в суд 20-го на него, чтобы он отстал от нас. Ничего не требует, кроме того, чтобы быть нам друзьями, близкими. Приглашал, ни под каким видом. Первый человек у меня за последние, ну сколько там, 15 лет, который не принял в дар книги. Никто. И Путину, и его президенту здесь представительство всем абсолютно подарил. И на таможнях, и милиции, и главе администрации всем этот нет, уперся. А расписываться не может. Делает крючок один и палочкой. Ни одной буквы не знает, как будто бы. Я ему выговорил, так он сразу на меня недовольный. А что? Так любой может воскреситься на справедливое замещание. Я вас заждался тут. Долго вас не было. Давайте, вот тащат. Смотри, как они все сделали. Так. Хорошо. Замечательно. Сейчас я вас обгонять буду. Вот как упряжку. Поеду там встречать буду через переезд. Ну, сегодня 21 июня. Мы идем ремонтировать шлюз между первым и вторым мостиком. И вот наши из деревни идут. Володя снимает. А я залез здесь на ограждение. Вот у нас ограждение. Надо покрасить будет под цвет российского флага. Вот как течет водичка. Завтра мобилизовать народ, уложить еще один слой бутового камня. Ну, это вот первый мостик. Вот он как идет. Восход солнца. Мы рано уходим на работу. Встаем. Дети в 5, а мы в 4.40. А это вот старые столбы, как их вымачивали в известке долго, а потом ставили. И они тут стоят больше 100 лет. Вот. Дальше вон, видать, дамба. Дамба – это дорогу строили здесь. И как раз попало на 91-й год, перестройка, и все бросили так. Это даже видно, вот оно возвышается как. Хорошо делали. Хорошая перестройка. Ну вот, камни лежат бутовые рядом, можем взять. Это наши подходят. Веревочками тянут. Ну, вот вообще. Осторожно. Так, проходите по краям. Ты по краям переходи, а ты на этот край иди. Ну надо, потому идите к краю, потому вместе иди. Иди вместе, тут глубоко, там иди. Останови, она не слышит. Ну я тебе говорю, ну поверни туда. Идите по камушкам потихоньку. Подтягивайте. Ну идите вперед и подтягивайте. А дядя Володя будет веревку, убирай из-под ног. Подтяни. Подтяни. У них хуже всего получается. Она не слышит. Давай. Вот так. Марина меня снимает, а я Марину. Вот наши выходят. Тащите, тащите, что стало-то? Она не понимает. Тащите вперед. Тащите! Она у нее веревка по земле валяется. Перчатки упали. Давай! Она не тащится. Вот тут надо будет. Ну что, городские, надо каждый шаг учить. Вот поднимают. Дальше у нас, вот видите, тут остается еще бут, который по сторонам. Это мы на завтра его будем брать. Вот здесь, ну, полностью усилить надо. Смотри, Марина, не урони аппаратуру. Пройди потихоньку. Потихоньку, видите, камни какие все у нас есть.
И этот край можем весь выбрать. Ну, вот они уже пошли, поднимаются. Все, слава Богу. Вот, вот я стою здесь на этом парапете. Вот оно где. Видно, что я стою. Прошу всех помолиться, кто услышит. О Максиме звать его, прокуроре Мансского района, чтобы он не делал нам никакого зла, не насылал людей разрушать наш музей. А делал добро, и чтобы Господь помиловал его, чтобы душа его обратилась ко Христу. Вот это шлюз в таком состоянии, размытый. Они его сами раскопали. Между первым и вторым мостиком. Мы пришли ремонтировать, забить его. Они не правы были. Ну, я разрешил только верхний слой снять. А тут понятно. Камней раз нету, пошло и пошло. Это какой соединительный канал. Ну, а вот наши как раз и идут. Марина идет сбоку, снимает. А тут тебя навстречу Володя везет. Видно, что не упираются, идут. Веревки ослабленные. Вплотную подъезжайте. Остановись. Я сейчас спрошу. Пока остановитесь так. Ты для чего веревки надел? Объясняй. Но они у тебя в таком положении болтаются. Ты что, обнаглел совсем? Ну а почему ты их не напрягаешь, не натянешь? Бурлаки на Волге все одинаково тянут. Лукавый какой пацан. Ты таким не был. А это вообще ничего не знает. Под ногами веревка, Володя путается. Ну ты не, в руки возьми хоть как. Он переходит под водой, то упадет и разобьется. Идет никаких. Какое племя, интересно. Совершенно не рассуждают. Сейчас клади все на место. Беги вон до той трассы, обратно бегом. Какой? Да кой. Вон там, где дорога. Зачем ты нужен такой работяга? Идет веревочка, болтается, дядя Володя один везет. Ну что стоишь-то? Губу-то подбери. Подбери. Беги туда дальше, вон там беда, где дорога настоящая. Обратно я не останавливайся. Сними с себя этот... Сетку-то она не нужна тебе. Лукавый какой, губы отвесилые. Идет Володя, хоть бы один это подумал. Я считаю, везут. Лошади везут, коренная называется и престижная. Идет вообще никак. Поэтому учить не надо, это совесть. В таком виде, если совести нет, получается прокуроры, которых в упор расстреливают уже мафиози и простые граждане. Это нельзя так жить. Быстро снимайте. Ну, не дергай платье-то. Никуда комары не денутся. Иди помогай быстрее снимать. Чего стоишь-то? Привыкли телевизор смотреть. Так, ты не стой рядом здесь. Шабахнешься, там валяться будешь. Володя, отдай. Володя, все время бойся, чтобы не уронить в воду. Я так боялся. Снимай. Платочек-то надерни. Какая медлительная. Ты играешь, ты такая живая девчонка. На работе прям... Не годится. Берите, подтаскивайте вон туда. Все, не бросай здесь. Вон туда кидай вниз. Кидай. Вот туда дальше кидай. Вот так. Вон к тому, к той. Вон туда бросайте, чтобы долетело. Вот тут. Скидывай дальше, как можно дальше. Все. Пошел. Ведра туда неси, перчатки надевайте. А тот все еще бежит в одно направление. Я тебя разбужу, энергии полно. Таким как не работать? Мать при смерти, а отец не просыхает. Глухонемой. Тут даже работать нельзя. Марина, не бери постолько-то. Ты скажи, как на слона индийском нагружают. Хоботом подделай, пошла. Бросай. Бац! Во! Знай кому. Если на меня будут нападать, так ты, я за тебя спрячусь. Хорошо. Под покровом твоим. Так, Володя, туда перенесите мешки. Да, там прикроете, рядом. Подожди. Так, что на пол бросила? Не надо бросать. Туда унеси все. Если в траве не найдешь, куда бросаешь? А ты тоже не думаешь. Вон туда унеси, положи внизу. Мешки таскайте, лопаты.
Инструмент весь забирай, а там видно будет. В одно место вот здесь внизу положите инструмент. Вот здесь дядя Володя стоит, туда инструмент положите. Все. Сейчас мешки стаскайте, ведра. Что стоишь? Ну бери ведра, тащи. Все время лишнее. Так, ведра несите. Потом вот эти надо будет тоже потом сносить. Вон он повернул назад. Ну что? То есть не, надо аккуратнее. Я его не вижу, где он есть. Вот он нащупал. Это Нестор. Веревки, главное, висят, болтаются, он тянет. Бурлак тоже мне. Так, сейчас молимся и начинаем. Уходим. Веревочки подберите. Проверьте в траве здесь, везде. Не уронили какой инструмент. Воду все туда унесите. Давайте, приготавливайте. Пока палатки в сторонку. Оттуда не заходите, это в сырое не заходи. Ну поставь где-то, не знаю. Воду. Ну пока. Пока. Солнце выйдет, тогда перенесем. Так, сейчас начнем работать. Так. Я понял. Сейчас наш Нестор появится. Пока осмотритесь. Вот сколько воды утекло, тут даже сказать нельзя. Заходите туда, посмотрите. Сейчас начнем туда подавать землю. Промыло до самого почти основания. Так, вот это, Володя, где вода бежит по камням, камни не трогать. Поднять второй заплот начинай делать, как тот он наружу. До этого уровня. Так забутим. По столбам. А дальше трогать не будем. Вот она пошла где. Вот здесь и делать. Все, прибежал? Иди сюда. Дай объяснение. Почему у тебя веревка была не натянута, шел? Я не знаю. А не знаешь? Ну, если тянуть, да, чтобы она тянула, надо ее, чтобы она тянула. Излукавился как. Снимай все с себя лишнее. А я не знаю, сетка...